Более 4 килограммов синтетического наркотика изъято сотрудниками республиканской полиции. Оперативники задержали 10 участников преступной группы. Крупная партия спайсов предназначалась для продажи на территории Хакасии. В этой куче в лесу был пакет полимерный пакет. В этом пакете коробки запечатанные. Запечатанные коробки с заводской упаковкой, но вместо детского питания внутри пакеты с наркотиками. Такие закладки оставляют распространители смертельного зелья. Наркоторговцы не встречаются лично. Переговоры ведут через интернет, сообщая, где спрятана очередная партия спайса. Оперативные сотрудники МВД Хакасии ликвидировали преступное сообщество. Все его участники, преимущественно молодые люди, наркобизнесмены, торговали синтетикой в разных регионах Сибири. В сентябре текущего года подразделение по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Хакасия при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» было задержано более 10 участников сбыта синтетических наркотических средств через так называемые тайники-закладки с использованием сети интернет. Среди задержанных лицо, организовавшее оптовые поставки наркотических средств на территорию региона, а также так называемые склады, мини-склады, курьеры. Кроме того, полицейские задержали так называемых граффитчиков. Их задача по всему городу на стенах домов и заборах оставлять надписи с адресами интернет-магазинов, где можно легко приобрести дозу синтетики. Вообще, в преступном бизнесе все роли строго разделены между участниками. В сообществе существовал даже своеобразный отдел кадров. Его сотрудники вербовали, устраивали на работу и обучали новичков. Лицо, занимающееся так называемой вербовкой курьеров, приискивающие опять же через сеть интернет молодых людей, предлагая им заработок от сбыта наркотиков. Оперативные сотрудники управления наркоконтроля МВД Хакасии проделали масштабную работу. Полицейские сумели выйти на кураторов регионального уровня. Сотрудники изъяли из оборота несколько килограммов смертельного наркотика. Из незаконного оборота было изъято более 4 килограмм синтетического наркотического средства, что составляет около 40 тысяч разовых доз. Цена данного наркотика на черном рынке составляет около 8 миллионов рублей. Среди участников преступного сообщества были даже несовершеннолетние. Но избежать наказания молодым людям все же не удастся. Уголовная ответственность за это серьезное преступление распространяется и на тех, кому еще не исполнилось 18. И последствия для наркоторговцев более чем серьезные. Задержанным может грозить пожизненное заключение.